Решить задачу очистки воздуха в помещении можно с помощью специального прибора – воздухоочистителя Genio Air Clean 40. Он имеет многоуровневую систему очистки, ультрафиолетовое облучение воздуха, сенсорное управление, датчик взвешенных частиц, возможность управления с мобильного приложения и функцию защиты от детей. На страницах прилагаемой инструкции подробно рассказывается об устройстве изделия, подготовке его к работе, управлении и уходе. Прибор выполнен в форме цилиндра из белого пластика размером 30 на 50 см и весом 4,5 кг. Его стенки покрыты рядами отверстий для забора воздуха. Прибор опирается на 4 ножки с силиконовыми противоскользящими накладками. Длина сетевого кабеля составляет 1,6 метра. Устройство снабжено удобной ручкой для переноски. Черная выпускная решетка располагается на скошенном верхнем торце. Над ней возвышается сенсорная панель управления. Крышка фильтрационного отсека снимается. За ней скрывается многослойный фильтрующий элемент, который установлен на плоском основании. Первой ступенью фильтрации служит капроновая сетка для защиты от крупного мусора и пыли. Под ней гармошка HEPA-элемента. Этот слой предназначен не только для задержки микрочастиц, но и для борьбы с болезнетворными бактериями. Зеленый цвет фильтру придает антимикробная пропитка. Далее поток воздуха проходит угольный фильтр. Он состоит из гранул активированного угля и предназначен для борьбы с летучими органическими веществами и неприятными запахами. Гранулы помещены внутрь пластиковой решетки. Ультрафиолетовый излучатель, работающий последней ступенью очистки, располагается внутри корпуса, между вентилятором и выпускным отверстием. Для автоматической оценки загрязненности воздуха используется высокоточный лазерный датчик, который определяет концентрацию вредных веществ в атмосфере. Текущий уровень загрязнения воздуха проецируется на цифровой дисплей, обрамленный кольцом с разноцветной подсветкой, дублирующий показания датчика качества воздуха. В зависимости от уровня загрязнения, логотип на панели подсвечивается синим, желтым или красным светом. Чем выше концентрация вредных веществ, тем большую мощность при работе будет использовать очиститель воздуха в автоматическом режиме. Прибор имеет несколько режимов очистки воздуха, в том числе автоматический. Последовательными нажатиями на кнопку Mode можно установить нужную скорость вентилятора самостоятельно. Кнопка «Таймер» отвечает за время автоотключения воздухоочистителя. Есть режим защиты от детей, который блокирует панель управления. Режим обработки ультрафиолетом включается отдельной кнопкой UV. Которая горит белым светом при работе и служит также сигналом замены фильтра. Также можно управлять очистителем через мобильное приложение Genio Home. Помимо управления, программа собирает сведения о текущей климатической обстановке вокруг дома, значении текущего загрязнения воздуха в помещении и даже строит графики загрязнения воздуха в помещении и на улице. Очиститель воздуха Genio Air Clean 40 собран из качественных компонентов. Продуманная многоступенчатая система очистки позволяет ему справляться с любым уровнем загрязнений, а тихий ночной режим подходит для установки его в спальнях. Высокая производительность делает его хорошим выбором для очистки небольших и средних помещений.